Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнаете, в чем вашему мужчине стыдно признаться даже самому себе. Девочки, не поверите, честное слово. В том, что вы выше его, может быть, или по должности, или у вас лучше материальное положение, то есть вы богаче или больше зарабатываете, чем он. И в этом он не может признаться, ему стыдно признаться даже самому себе. Представляете? То, что вы лучше него стоите на ногах, то, что вы уверенная, самостоятельная девушка. Вот в чем ему стыдно признаться даже самому себе. А у него получается неопределенность с финансами, финансовый достаток совсем небольшой. И еще в чем ему стыдно признаться в отношении вас, ну то, что он не обладает такой серьезностью, уверенностью в себе и в жизни в целом. То есть можно сказать, ну ваш мужчина не стоит на ногах. И если у вас другая информация, скорее всего, он просто делает вид, что он достойный вам мужчина. На самом деле он очень не уверен в себе, именно потому что он ниже вас либо по статусу, либо по материальному положению. Вот. Ну и плюс не уверен в жизни, да, то есть он не уверен практически даже в завтрашнем дне.